Фармацевтический завод «Гедеон Рихтер РУС» – дочернее предприятие венгерского акционерного общества «Гедеон Рихтер», одного из крупнейших производителей лекарственных средств в Восточной Европе. Руководство предприятием осуществляется венгерским и российским топ-менеджментом, чей высокий профессионализм помогает российскому заводу из года в год брать все новые вершины. Решение создать собственный завод на территории России было принято высшим руководством главной компании в середине 90-х годов. После этого в 1996 году было положено начало новому производству в поселке Шувое Егорьевского района Московской области. Через 3 года был запущен в эксплуатации цех ручной упаковки, через год цех машинной упаковки. Таблетирование началось в 2001 году. В настоящее время завод выпускает около 35 миллионов упаковок готовой продукции. Среди производимых лекарственных средств важное место занимают сердечно-сосудистые, антигистаминные, гипогликемические и противогрибковые препараты, а также миорелаксанты центрального действия, ноотропы, улучшающие мозговое кровообращение, статины, снижающие холестерин в крови и средства, применяемые в психиатрии при лечении шизофрении и эпилепсии. Основная цель предприятия – производить препараты высочайшего качества. В декабре 2004 года одним из первых в России завод получил международный сертификат GMP Европейского сообщества, дающий право выхода на европейский рынок. Для обеспечения соответствующих условий производства лекарственных средств на заводе используется современная трехуровневая система подготовки воздуха с использованием HEPA-фильтров и двухступенчатая система получения воды, очищенной фармакопейного качества. Создана надежная и современная система энергообеспечения, система компьютерной поддержки информационных, производственных и аналитических процессов. В соответствии с требованиями правил GMP предусмотрено полное разделение людских и материальных потоков, а также санитарно-бытовые помещения для персонала. Сырье и материалы со склада поступают в производственные помещения через специально оборудованный сырьевой шлюз, оснащенный ультрафиолетовой бактерицидной лампой. После экспозиции под лампой все поступившие в производство вещества проходят идентификацию на подлинность путем экспресс-анализа на инфракрасном спектрометре Antares. Компьютеризированная система взвешивания рудиш полностью контролирует процессы подготовительных операций и взвешивания, а также отслеживает сопутствующие рабочие процессы и движение материалов с помощью системы штрих-кодов. После необходимой подготовки, измельчения, просева и взвешивания сырье помещается в емкости и маркируется этикетками с обозначением названия материала, его количества и номера серии. Далее подготовленные вещества поступают на участок грануляции. Для изготовления гранулята используются смесители гранулятора диозна P300 и P400, установки для грануляции в псевдоожиженном слое GLAD и Hütlen. Конечная гомогенизация гранулята может проводиться в гомогенизаторах Кишкун Меридиан и Винкворс, или в случае использования бинов в гомогенизаторе Кангура. После окончательной гомогенизации лаборатория внутрипроцессного контроля отбирает гранулят и проводит его проверку на влажность, гранулометрический состав, сыпучесть, насыпную массу. Затем бочки или бины с готовым гранулятом поступают на участок таблетирования. Прессование таблеток проходит на современных таблеточных прессах FETTA 1200i, 2090i и FETTA 3090i, которые оснащены удобным сенсорным дисплеем, автоматической системой загрузки, обеспыливателями и металлодетекторами. Контроль качества таблеток, вес, прочность, высота осуществляется автоматически в течение всего процесса таблетирования. При отклонении от заданных параметров происходит автоматическая регулировка параметров, а при критических отклонениях машина останавливается. Наряду с автоматическим контролем у нас ведется контроль машинистом-таблетировщиком и сотрудниками лаборатории внутрипроцессного контроля. Таким образом, процесс таблетирования отвечает требованиям современного фармацевтического производства и позволяет получать таблетки высокого качества. В процессе таблетирования лаборатории и внутрипроцессного контроля ежечасно проводится отбор проб и тестирование таблеток по показателям – масса, высота, диаметр, прочность, распадаемость и стираемость. Здесь проводится идентификация сырья, тестирование гранулята. Лаборатория оснащена приборами фирмы Sotex, Mettler Toledo, PharmaTest, Thermoelectron Corporation. Для нанесения пленочного покрытия используется установка итальянского производства IMAGS 070, 150 и 450.
конструкции этих коутеров использованы специальные перфорированные лопасти для улучшения качества покрытия таблеток. Таблетки загружаются в барабан установки и нагреваются до заданной температуры. Затем через специальные форсунки начинается распыление раствора пленочного покрытия, по окончании которого таблетки охлаждаются. Процесс покрытия пленочной оболочки происходит в автоматическом режиме. В случае отклонения от заданных параметров система подает аварийный сигнал. Покрытые пленочной оболочкой таблетки тестируются в лаборатории внутрипроцессного контроля. Затем таблетки передаются в цех фасовки и упаковки. Цех фасовки и упаковки оснащен двумя фасовочно-упаковочными линиями ИМТР-200, фасовочно-упаковочной линией его флакона DMC-60, упаковочной линией ИМА-К-150 и стрип-машиной «Сателлит» SI-310D. Фасовочно-упаковочная линия во флаконы DMC-60 предназначена для фасовки таблеток во флаконы, укупорки, этикетирования, упаковки флаконов в пачки с одновременным вкладыванием инструкции в пачку и упаковки пачек в сборные короба. На стрип-машине «Сателлит» SI-310D таблетки фасуются в стрипы. Упаковочная линия ИМА-К-150 используется для упаковки стрипов кареток с ампулами, в пачки картонные с одновременным вкладыванием инструкции и нанесением маркировочных данных и упаковки пачек в сборные короба. Основная доля готовой продукции выпускается на высокоскоростных фасовочно-упаковочных линиях ИМА-ТР-200, предназначенных для фасовки таблеток, капсул, блистеры с последующей упаковкой вместе с инструкциями по применению, в пачки картонные и сборные короба. Производительность таких линий – 200-300 блистеров в минуту. На фасовочной машине ИМА-ТР-200 при термоформовании ячеек пленка разогревается, в ней формуются ячейки. При холодном формовании ячейки в многослойной пленке выдавливаются, в ячейки помещаются таблетки. Видеокамера контролирует наличие продукта в ячейках и целостность формы. Далее в узле склейки при заданной температуре пленка склеивается с фольгой алюминиевой, наносятся маркировочные данные. Лента с таблетками проходит через узел вырубки. Блистеры, имеющие какие-либо дефекты, автоматически отбраковываются в специальную емкость. Качественные блистеры передаются на транспортер, снабжаются сложенной инструкцией и помещаются в пачку. На пачку тоже наносятся маркировочные данные. Далее пачка с блистерами и инструкцией попадает на машину весового контроля Garvin's, где происходит проверка, взвешивание и отбраковка несоответствующих по весу пачек в специальную емкость. Качественные пачки передаются на упаковочную машину Skinetta, где из них формируются слои и ряды, которые, в свою очередь, упаковываются в сборный короб. Укладчик-упаковщик взвешивает его, вкладывает свой номер, наклеивает сборную этикетку, заклеивает короб скотчем и помещает на европоддон. Сформированные поддоны обматываются стрейч-пленкой и передаются на фармацевтический склад. Основными функциями фармацевтического склада является оприходование, размещение, хранение и отпуск материалов производства, приемка и реализация готовой продукции. В соответствии с правилами GMP на первом этаже складского корпуса выделены специальные зоны. Зона приемки, зона сборки, контроля и упаковки заказов, зона экспедиции, зона экскорта, зона сборки и контроля заказов для производства, зона приемки и возврата от внутренних поставщиков, а также блок чистых помещений для отбора проб отдела контроля качества. Основную площадь первого этажа занимает склад хранения субстанций, вспомогательных веществ, полупродуктов, упаковочных материалов и готовой продукции с 9-ярусной стеллажной системой на 6300 палетомест. Также на первом этаже складского корпуса расположен склад консигнационной продукции на 1720 палетомест, в котором выделены зоны приемки, хранения, сборки, контроля, упаковки заказов и экспедиции. Второй этаж складского корпуса занимает помещение для продукции, требующей особых условий хранения при температуре от 2 до 8 и от 8 до 15 градусов Цельсия. Также на втором этаже расположены офисы, оснащенные современной оргтехникой, и бытовые помещения, раздевалки, душевой блок, оборудованная кухня. Новый корпус оснащен измерительной системой климатического контроля EMS, с помощью которой производится мониторинг температуры и относительной влажности в складских помещениях. Учет движений материалов и готовой продукции ведется в электронной системе SAP. Эта система позволяет получать в любой момент времени актуальные данные о запасах материалов и готовой продукции, их движении на складе как в количественном, так и в стоимостном выражении. Фармацевтический склад укомплектован современным оборудованием.
палет упаковочной техникой, палетоопрокидывателем, электроштабелерами-подборщиками, электротележками, а также другой погрузоразгрузочной техникой. Фармацевтический склад оборудован охранно-тревожной сигнализацией, а также пожарно-охранной сигнализацией. Численность фармацевтического склада – более 30 сотрудников. Рабочие места оснащены в соответствии с мировыми стандартами и требованиями техники безопасности. Предприятие АО «Гедеон Рихтер РУС» с момента основания было ориентировано на осуществление производства в соответствии с правилами GMP. Основной целью предприятия является выпуск высокоэффективных и безопасных лекарственных препаратов для минимизации риска пациентов. С момента своего основания предприятие внедрило систему гармонизации надлежащих практик у АО «Гедеон Рихтер», что позволяет компании использовать многолетний опыт материнской компании в области надлежащих производственных практик, которые соответствуют требованиям как Европейского Союза, так и требованиям FDA. Дирекция по качеству выполняет функции контроля и обеспечения качества на предприятии, начиная от входного контроля сырья и заканчивая выпуском готовой продукции в обращение. Кроме того, дирекция по качеству несет ответственность за разработку и развитие системы менеджмента качества на предприятии. Наша дирекция состоит из трех отделов. Это отдел контроля качества, отдел обеспечения качества и отдел валидации. В зону ответственности ДПК входят отбор проб, контроль сырья, упаковочных материалов, контроль в процессе производства, анализ готовой продукции, исследование стабильности лекарственных препаратов, разработка аналитической документации, проверка досье на серию ЛС для выпуска продукции в обращение. Для проведения всех исследований аналитическая, микробиологическая лаборатория и лаборатория внутрипроцессного контроля располагают современными аналитическими приборами и оборудованием. Все исследования в области контроля качества продукции проводятся в соответствии с международными и российскими правилами GMP и требованиями государственных стандартов Российской Федерации. И как следствие этого, тот факт, что за все годы работы завод не получил ни одной официальной рекламации от Министерства здравоохранения России. Особенностью предприятия является полная автономность обеспечения жизнедеятельности. Электроснабжение завода осуществляется по двум цепям воздушной линии и трем понижающим подстанциям. Для резервирования электроснабжения установлены дизельные электрогенераторы. Водоснабжение организовано от собственной артезианской скважины. Теплоснабжение производится с помощью собственной котельной. Все оборудование полностью автоматизировано и управление осуществляется из единого диспетчерского пункта. На заводе «Гедеон Рихтер РУС» используются современные информационные технологии. Обеспечивается информационная безопасность, легкость и удобство хранения и обмена информацией. Работает система хранения и учета электронных копий регламентных документов, которая позволяет получить доступ к требуемой информации в кратчайшее время с любого рабочего места. Используется корпоративная система SAP, адаптированная под специфику фармацевтического предприятия. Для работы на новом высокотехнологичном оборудовании, для работы в условиях GMP, требуются высококлассные специалисты. Поэтому наша компания уделяет большое внимание компетентности своих сотрудников. При поддержке специалистов материнской компании была создана система обучения и повышения квалификации сотрудников на предприятии, которая функционирует и в рамках которой сотрудники предприятия проходят стажировку в материнской компании, а также на различных престижных курсах в России и за рубежом. Серьезное внимание уделяется обучению сотрудников английскому языку, который является корпоративным языком группы компаний «Гедеон Рихтер». Занятия бесплатны для сотрудников и проводятся в рабочее время. Важными составляющими деятельности компании являются постоянное развитие технологической базы, внедрение новых технологий, постоянный мониторинг качества продукции и также обучение персонала. А все это направлено на достижение основной цели – восстановление и укрепление здоровья человека, улучшение качества его жизни. Материально-техническая база завода постоянно модернизируется, производство расширяется. Штат сотрудников в настоящий момент составляет около 420 человек. На заводе большое внимание уделяется охране труда, социальному обеспечению и страхованию.
Социальный пакет нашей компании включает добровольное медицинское и пенсионное страхование, беспроцентное кредитование, бесплатное питание и корпоративный транспорт. А также нашим работникам предоставляются дополнительные выходные дни по семейным обстоятельствам, оплата аренды жилья для иногородних сотрудников и оплата занятий спортом. Предприятием учрежден почетный знак, которым награждаются сотрудники, проработавшие на заводе 5, 10, 15 и 20 лет. Традиционно в корпоративном кругу отмечаются национальные праздники, а также День предприятия и День семьи. Часто у нас организуются экскурсионные туры, которые пользуются большой популярностью у наших сотрудников. АО «Гедеон Рихтер РУС» – уникальный пример возрождения российской фармацевтической промышленности, строящейся на применении самых передовых технологий и систем слежения за состоянием и требованиями динамично развивающегося фармацевтического рынка России. В этом процессе надежной основой служит столетняя производственная традиция ОАО «Гедеон Рихтер» и те доброжелательные и все более плодотворные международные отношения, которые связывают Венгерскую республику с Российской Федерацией.